Ну что, зашибенный контент. Вот гаражи. У меня есть устойчивая версия, что мы находимся в городе Покров. Причем на задворках. Объезжаем пробку. О. Ну да, что не говори, он высоко сидит. Сидит он высоко. Я не про всемирно известного пациента, который в Покрове. Я про водителя. Линия электропередач. Звягинцев полным ходом просто. Просто, блин. 17 минут показывает. 17 минут до чего? А, неужели 17 минут до окончания пробки? Ну ладно. Держитесь правее. Хотя бы так. Ну, гаражная жизнь. Крепостные стены. Вот он, швакоблок вам, иллюстрация. Он все уже разваливается, едва построили. Охренеть, сплошные гаражи. Уже сколько еду, все гаражи. А тут довольно благоустроенные. Тут наверняка вам и бездомные собаки, все удовольствия. Нет, ребята, это последний раз я сделал. Больше я не буду объезжать пробки. Больше не буду. Это и машину, и себя не любить. Охереть. Надо будет сход-развал делать. Там уютненькая улица была. Что, неужели вырвались, а? Во, мостик крутой.